шаг вправо. Когда вы танцуете, вы же в клубе, вы же вот так еще не танцуете. Сюда поворачивай, о, здорово. И так. Ну, то есть отыгрывайте друг друга, чтобы я понимала, что вы все взаимодействуете. Иначе вы скажете, Как вариант. Обнял, что-то говоришь. Москва вчера была наслышана о том, что группа «Завтра» снимает новый клип. Но расскажите, пожалуйста, что такое группа «Завтра»? Группа «Завтра» — это коллектив, который образован мной и моими друзьями. Вот, мы пишем песни и играем музыку достаточно серьезную, о серьезных вещах. И в этих песнях, в принципе, каждый человек может найти себя, услышать что-то себе знакомое и так далее. Все песни у нас искренние, это не какие-то абстрактные модели и так далее. Все основано на жизненных реальных ситуациях. А, я так понимаю, ваши песни — это результат того, что это результат вашего пережитого опыта. Вы поете о том, что сами пережили? Это основано на реальных событиях, на вашем опыте? Да, мы поем именно о том, что пережили сами, то есть какие-то ситуации, какие-то жизненные истории. Вот. Либо мои друзья. Вот. В основном это наши именно ситуации. Конечно. Я знаю, что ваши коллеги по группе, так сказать, не новички в этой сфере. Они опытные музыканты, либо, как говорится, там, только начинают. Расскажите, пожалуйста. Не, все музыканты уже с огромным опытом, то есть люди играли в серьезных коллективах, вот, ну, название я не буду называть, вот, но, так скажем, далеко не новички, то есть все профессионального уровня. А сегодня, я так понимаю, ваш первый клип вашей группы, и для вас это тоже такой, можно сказать, дебют. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, нравится ли вам съемочный процесс, все ли так, как хотели? Да, дебютный клип, вот, все очень нравится, конечно, много очень всего, много работы, много людей, которые нам помогают, вот, процесс проходит на пятерку. Скажите, пожалуйста, а вот эта песня «Доброе утро, спокойной ночи», о чем она? Ну, это песня, в принципе, ее, когда человек услышит, он, в принципе, сразу все поймет, о чем она. Вот, это песня о жизненных реалиях в наше время, вот, об отношениях между мужчиной и женщиной, какие-то такие тонкие моменты. В принципе, там все очень явно описывается и рассказывается. Скажите, пожалуйста, вы эту песню написали на основе своего опыта, либо все-таки придумали что-то? Эта песня написана на основе моего опыта, на основе моих наблюдений, на основе там, историй, которых я видел лично, да, там, может быть, где-то и присутствовал, но точно я вам не скажу. Кто у вас в группе пишет песни? Музыку, текст? Все песни у нас в группе на данный момент пишу в основном я. Вот, музыку именно. По текстам мне помогают друзья. Но в основном тоже. Мой свободен. И мы посмотрели сейчас кадры из клипа. Вы знаете, вы очень красивый мужчина. Расскажите, пожалуйста, свободно ли ваше сердце? Или же все-таки поклонницам есть с кем побороться? Ну, на данный момент сердце мое свободно, вот, но
Никто никуда не торопится у нас. Вот, мы как бы ждем, и свое оно должно прийти как-то неожиданно и само собой. То есть, хорошо, поклонницы, ловим группу завтра у гримерок, неожиданно и так далее. Спасибо вам большое, Саш, нам было очень приятно с вами пообщаться. Спокойной ночи, прям гитара, чтобы сжечь была. Света, это режиссер клипа группы «Завтра». Олеся, почему именно это помещение, почему именно эта сцена? Ну, рок-музыку нужно играть перед зрителем, перед публикой, потому что это всегда живая музыка, живые эмоции. У ребят супер драйвовая песня. Я считаю, что они должны этот рок-посыл просто пулять в публику, которая сейчас зажигает активно. Как вам, в принципе, работать с Сашей? Я так понимаю, у него сейчас это первый клип. Вот все ли окей, либо, может быть, где-то еще не знает, в какую камеру посмотреть. Теперь правду. Нет, Саша отлично работает на камеру, на самом деле. Я даже думала, что для дебютанта будет немножко сложно справляться с некими ракурсами, с движением, взаимодействием как бы с героями и актерами. Все отлично, по-рокерски. Я слышала о каком-то супер-мега-финале, нам рассказывали. Что там будет? Он не то чтобы супер-мега-финал, это космический финал. Это отсылка к кое-какому фильму, о котором сейчас пока что говорить не могу. Но что нас ожидает? Космическое, что нас ожидает? Космический корабль, инопланетяне, я не знаю, что это будет? Скорее мы покажем безграничность наших возможностей в любой профессии, если этого захотеть. Очень интригует. Спасибо вам большое, Олеся. Спасибо. Сейчас будет адский слэм. Готовы? Настя, все время вытянутая рука. Приготовились? Камера. Начали! Адский слэм! Оля, участница клипа группа «Завтра», одна из участниц. Оль, я слышала, что ты очень хотела сюда попасть. Расскажи, пожалуйста, почему ты здесь? Ну да, я увидела на сайте ВКонтакте о том, что набирается массовка для съемки в клипе группы «Завтра», и как бы очень захотела поучаствовать даже за бесплатно. Как бы мне очень захотелось познакомиться с группой и познакомиться с солистом группы. А солист группы, почему тебя так привлек? Он красивый или тебе песня понравилась? Мне очень понравилась песня. Будешь слушать, я так понимаю. Конечно. Нам тут Саша рассказал, что его сердце свободно, и, возможно, девушка должна прийти неожиданно. Будешь ли ты ждать его у гримерки, например, где-нибудь? Ну, вполне, да, вполне это возможно. Еще два микрофона. Oh.